Война и мир. Том 1. Часть 1. Глава 3. Краткое содержание. Все гости Шерер делились на кружки по интересам и обсуждали интересующие их мысли. На вечер пожаловал виконт, которого хозяйка представила в самом выгодном свете. Гость стал развлекать слушателей забавными рассказами о политических деятелях. Анна Павловна внимательно следит за атмосферой вечера, что раскрывает в ней женщину, умеющую держаться в свете, умело сервируя редких гостей более частыми посетителями, как что-то сверхъестественно утонченное. В самый разгар беседы виконта она замечает, что Безухов о чем-то оживленно беседует с аббатом. Поспешив к ним и переменив разговор на тему о климате, фрейлина присоединила их к общему кружку. Автор подробно описывает очарование Элен, подчеркивая белизну ее полных плеч и внешнюю красоту, лишенную кокетства. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.